Пусть говорят наперебой, что ты со мной, а я с тобой. Пусть станет нашей судьбой любовь. Виталия и Любовь Мельниковых песня познакомила и связала. Почти полвека вместе воспитали двух детей, помогают растить четырех внуков. И до сих пор поют в народном ансамбле. И помнят тот день, когда началась большая и долгая история любви. Он меня пошел провожать и спрашивает: «Ты вот эту песню знаешь, студенточку?» Я говорю: «Не знаю». Вот он меня, студенточку, всю ночь пел, учил эту песню. Мы потом, как поженились, 47 лет наш дуэт существует. Эта песня, конечно, на военную тему. Мы во всех смотрах всегда мы пели эту песню. Секрет крепкой, счастливой семьи в уважении друг к другу делятся Мельниковы. Такие семьи – основа государства, гордость страны. В Самарской области действительно есть чем гордиться. В День семьи, любви и верности чествовали самых достойных семьянинов, которые в браке прожили более 25 лет. Поистине удивительная судьба у семьи Калмаковых. Мария Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны, Виктор Евстафьевич – ветеран труда. Их совместное счастье длится уже 65 лет. Медали за любовь и верность вручили 60 парам. Поздравления и подарки от губернатора Самарской области передал спикер губернской думы Виктор Сазонов. Вы все знаковые люди. Вы лучшие люди своих территорий, которых уважают, любят. С вас берут пример. И безусловно, это вот та ценность, которая, пожалуй, является основой жизни. Самарская область занимает лидирующие позиции по поддержке семьи, материнства и детства. Наш регион получил самую большую субсидию по сравнению с другими субъектами. 330 миллионов рублей из федерального бюджета на предоставление выплат молодым семьям для покупки или строительства жилья. С учетом этих областных средств, почти 2000 молодых семей получат в этом году в общей сложности более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Благодаря мерам социальной поддержки в регионе становится все больше семей многодетных. За 5 лет их количество увеличилось на 8 тысяч. Марина Кравцова, Константин Головин. События.